Приветище! Мы продолжаем путешествие в нашем зомби-апокалипсисе на поезде. Вот и наш поезд, фонарь горит, все здорово, мы ночью едем неизвестно куда, наверное, на следующую станцию. Но проблема в том, что мне нужно поспать. Короче, заходим в поезд и пойдем, наверное, к нашему новому верстаку. Попробуем здесь сделать, например, кровать. Есть она тут у нас или нет? Да, есть кровать, смотри. Где? Вот она, даже двухъярусная есть, обалдеть. Для нее нам нужно... А в принципе ничего не нужно, у нас и ингредиенты есть. Но пока она делается, прямо сейчас опускайся вниз под видео, ставь лайк и не забудь подписаться, если ты еще не подписан. Так, где у нас там кроваточка наша? Мягонькая, хорошенькая, наконец-то поспим. Вопрос только в другом. Куда ее поставить и нужно ли останавливать поезд? Я думаю, что мы кровать поставим в следующем вагоне, потому что здесь у нас рабочая зона. Здесь мы всякие штуки делаем, ремонтируем. Свет сейчас включим. Темно тут, ни шиша не видно. Во. Отлично, кровать у нас будет вот здесь стоять. Наверное, поезд мы все-таки остановим. Давай поезд остановим, будем в глуши спать. Я думаю, что в глуши все-таки меньше зомби, чем в городах и где бы то ни было. Глянем, все, мы остановились. Свет надо отключить. Врубаем свет. Ништяк. Просто кто знает, куда нас поезд привезет, пока мы будем спать, правильно? Мы же не хотим пропустить все интересное. Поэтому поезд мы останавливаем, все закрываем. Так сказать, баррикадируемся. А, да, свет еще надо выключить. Выключить. Что за дело? Почему? Вот, свет выключаем, чтобы не привлекать внимание. Здесь все закрываем. Все отлично. Нам остается только доремонтировать нашу кроватку. И лечь спать. О, да. Наконец-то высплюсь. А еще, кстати, я хочу кушать. Но это будет уже с утра. Помимо всего этого, нам нужно прокачать еще один талантик. Мы получили второй левел в прошлом видео, поэтому я вкачаю, наверное, куда бы все это вскачать. Вскрытность? Давай вскрытность. Нам она сейчас очень нужна. Вырубаем свет и ложимся спать. Где кровать? Вот на кровать. Go to sleep. 12 часов. Не, давай 6 часов. 6 часов будет достаточно. Опачки. Будильничек сработал. У меня есть будильник? Блин, еще слишком темно. Надо еще поспать. Уже, конечно, светает, но... Давай мы поспим еще часика-два. Да что такое-то? Сон у меня, кстати, восстановился, но... День не наступает. Так, ладно, подожди. Давай посплю еще, ну, скажем, там, часов 5. Доброе утро, наконец-то! Утро наступило, здорово. Выходим подышать свежим воздухом. Ой, хорошо-то как. Ништяк. Чё, ладно, завожу поезд. Сейчас нужно еще пообедать, точнее, позавтракать. И все. Можно будет идти на вылазку. Чё, в добрый путь, как говорится. Погнали. Я, кстати, забыл... Подожди, а чё там впереди? Я, кстати, забыл заглушить тогда двигатель поезда. Мы что, уже приехали? То есть, получается, я возле станции заснул? Вот я. Даже не посмотрел, где мы с тобой остановились. Ладно. Подожди, давай мы сперва покушаем, потом туда подъедем. Где мои чипсики? Чипсики, водычечка. О, да, мы немножечко подкрепились. Кстати, пить я не так сильно хочу, но все равно я выпью. Все, смотрим, сколько у нас топлива. Топлива у нас совсем чуть-чуть. 67-60. Мы, короче, мы стоим, буксуем из-за того, что был тормоз сейчас включен. И у нас топливо уходило. Вот это я, конечно, дал жару, так дал. Мне тут срочно нужно будет топливо сейчас найти. Зомбарит тут как тут. Все, пора тормозить. Стопы. Стопы. Чуть-чуть не доехали, ладно, не стопы. Едем вперед. Вот так вот заезжаем. И все, можно стопы делать. Стопы. Выключаю двигатель. Блин, как я в прошлый раз забыл выключить двигатель. Опа, нас тут на остановочке встречает. Но прежде, надо закусить все-таки картофаном, наверное. Так, водичку убираем. Картофан. Давай, кушай картофан. А, нифига, картофан приготовить нужно. Что еще бы съесть? Как насчет вот этот вот? Шпрот. О, шпроты едятся. Отлично. Запас еды мы восполнили. Берем свою пукалку. И пошли. Пошли на вылазку. Посмотрим, насколько мы теперь крутые стелсеры. Мы же ее прокачали. Стелс, я имею в виду. Че, пулькой его бомбануть в голову или... Придется пулькой. Патрики закончились.
На тебе. На тебе. Фух. Пока все хорошо. Мы не привлекли внимания других. Ой, кажется, вот тот в магазине нас запалил. Черт подери. Ладно, сейчас мы тут все обыщем. На станции есть заправка. А у меня заканчивается топливо. Определенно стоит заправиться. Я чуть не доехал, вот она заправка. Так, значит, надо поезд подогнать. Ништяк, ништяк, ништяк. Да блин, я же прыгать не могу, я только кувырками. А, это все не круто. Сейчас, подожди, поезд. Сейчас я тебе подгоню. Зажигание. Погнали. Погнали, погнали, погнали. Немного вперед. Вот-вот здесь, здесь будет достаточно. Глушим. Все хорошо. Все хорошо. Спрыгиваем. И заправляемся. Блин, что-то я далеко слишком уехал, да, в этот раз? Вот же ж, блин. Ладно, задний ход. Черт, вот это, конечно, неудобно, что на поезде он слишком большой, и ты не понимаешь, когда нужно остановиться. Как... Не, назад нам нужен, назад. Назад едем. Вот сейчас, как только я здесь увижу заправку... Стоп, 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 стоп. Четко, просто мастерски. А что, куда я еду? Я же торможу. Э! Стопэ, у меня что, тормоза не держат, что ли? Что за фигня? Вперед. Какого лешего? Как так-то? Прикинь. Все, топливо кончилось. Доездился. Ай-яй-яй. И как мне заправиться? Придется под поезд лезть, что ли? А я тут смогу, интересно, или нет? Черт возьми! Ну, в принципе... Нет, я сюда не долезу. Так, что делать, что делать, что делать? Надо врубать мозги. Как быть? Ситуация накаляется. Пистолет-то я могу взять? Могу взять пистолет. Блин, смотри, а он относительно далеко может вставляться, походу, да? Так, я иду. Какая у него длина? Все, пистолет его... Нет, длины бы мне не хватило, потому что я стоял вот тут, возле тачки. Понятно, ладно. Попробуем тогда сверху. Я думаю, что нужно вот тут вот оббежать вот так вот. Надеюсь, у тебя хватит, пестик. И где-то здесь топливный бак у нас был. Где же топливный бак? По-моему, я на него смотрю, да? Да-да-да, смотри, вон она, крышечка. Неужели нам хватит? Я заправляю, нет? Я ни шиша не вижу. Я поставил... Блин. Так, вроде бы пистолет натянут. Давай попробуем наполнить баки. Врубаем. А ничего не происходит. Или происходит? Может, он не работает? Его починить надо? Эй. Мне кажется, молотком я только хуже сделаю, да? Пистолет у меня где-то там валяется. Или не валяется. Вот он, пистолет. Черт возьми, значит, он у нас не воткнулся сюда. Это закрыть. Вот, наконец появилось. Вставляем. Вот, теперь пистолет у нас вставлен. Отлично. Фух, я-то уж чуть не пересрался, обосрался. Теперь активируем. Нет, все равно, смотри-ка. Ни шиша это не работает. Походу, нам нужно заправочку починить. Да уж. Ладно, сейчас мы идем в заправочную станцию, внутрь заправочной станции. Да, пистолет стоит, все точно, все нормально у нас. Идем в заправочную станцию. Вот сюда. Патриков у меня, конечно, нет. Здрасте! Мне, пожалуйста, бензик 95-го налейте. Ой, тут их двое. Двое. Нам надо как-то так стать, чтобы он меня не достал. На тебе по башке! Ой, достал. Еще разок. Кажется, второй. Тут никого больше нету. Да что такое-то? Да блин, он меня раскромсал очень жестко. На тебе по жопе. Получай. Так, ладно, жить буду. Идем дальше. Фух. Сейчас вот этого я достану ножик. Попробую сзади его. Глотку мы... Нет, не получится. На тебе. Где мой? Биток. Биткоин. Фух. Левел ап. О, ништяк, быстренько. Значит, что прокачаем? Ну, я думаю, что еще скрытность качаем. Сейчас я буду все в скрытность скачивать, потому что очень огромное количество зомби, все равно я всех не одолею. А скрытность мне в этом поможет. Бабосики нашли. Так, как мне в кассе тут? Open. Открыл кассу, забрал бабки. Как мне включить подачу топлива? Здесь есть... О, еще одна касса. Бабок нет. Здесь уже кто-то побывал до меня. Значит. Записка какая-то. Давай посмотрим, что за записка. Hello. Просто hello? Тут вот нарисовано, что там очень много чего написано. А здесь просто hello.
Странно. Ладно, идем в эту комнату. Закрыто. Возможно, за ней что-то есть интересное. А тут что? Ванная комната. Бабочки. Выходим. Больше там ничего не было. Ну что, получается, что нам нужно подняться на второй этаж? И глянуть, что у нас там. Надеюсь. Опа! К нам в двери ломятся зомбаки, потому что я слишком нашумел, когда бежал и поднимался на второй этаж. Блин, тут еды нету. Все вытащили уже. Тут есть ключ какой-нибудь? Выход. Ух ты! Ух ты, Патрики! И еда. Ой, граната! Блин, я же в прошлый раз тоже гранату находил. Почему я ей не пользовался, а? Скажи мне, пожалуйста. Так, где наша граната? Вот она, граната. Подожди, а как у меня нет? Почему у меня одна граната? Неужели я использовал? Когда я использовал? Да никогда я не использовал. Видимо, я ее просрал где-то. Так. Я думаю, что нам стоит заглянуть еще сюда. Может, тут есть какие-нибудь ящики? Нифига здесь нет. Тумбочка пустая. Пойдем пошмаляем по этим зомбакам. Здорово! На тебе. Не подходи ко мне. Сколько дамага наносит пестик? А, не написано. Ну, короче, с 5 патронов я выношу одного зомбаря, получается, да? Ну, это как, еще попаду. Сейчас дверь сломается, и они сюда врываются, и я в них выпускаю обойму. Что-то как-то долго, да? Не хочу ждать. Получай. Готовченко. Кто-то еще идет сбоку. Тут, о, у нас тут шкаф. Медикаменты, отлично. Сейчас нужно залататься, кстати. На всякие пожарные. А еще покушать я хочу. Надо глянуть, я что-нибудь из еды находил. Так, дверь закроем, там зомбарь идет. Из еды у меня только осталась килька. Ну, то есть, шпроты. Сейчас я их съем. Они так много дают. И придется разобраться с этим зомбарем. Получи. Черт, все-таки один раз меня коснул. Засранец. Давай-ка мы используем гранату все-таки. Надо кинуть ее туда, где очень много зомбарей. Или против, значит, надо сейчас на второй этаж подняться и в пумпушку зарядить. Я думаю, что она очень мощная. Так, где эта пумпушка? Пумпушечка. Вон там куча зомбарей, там вон стоит куча, тут вот. Но мне кажется, что опасность представляет все-таки пампушка. Блин, но она стоит так далеко, что мне, в принципе, туда даже идти-то незачем. Куда бы гранату кинуть? Давай вон туда. Так. Ловите, ребята! Как так? Я гранату не докинул, да? Профукал гранату. Ну, только я так мог, слушай. Вот это, конечно, вообще. И патронов у меня всего 8 и 4 в запасе. Тихонечко. До ящичков. Скрытность меня выручит. Твою ж налево. А, он просто так рычит. Слава богу, просто так. И этот тоже согрелся, да? Патрики! На тебе. Патрики закончились. О, все, ко мне толпа бежит. Получай. В обход надо вот так вот, чтобы он не успел ко мне развернуться. Они же тупенькие. Опс. Все-таки... Да ударь ты ему по башке! Ай, все-таки один раз меня зацепил. Во, в этом грузовике может что-нибудь быть. Нет, ни шиша здесь нет. Хотя, вот, open. Я открыл вот эту машину, пусто. Ух ты! Кажется, я что-то нашел для двигателя. Что это такое? Electric parts. А еще ко мне идет зомби. И он, по-моему, счастлив, что идет на меня. А, у меня же, кстати, патроны есть. Что это, бля? В запасе 4 патрона. На тебе. Ну, слег ты уже. Слег. Ништяк. Пока все идет по плану. Странно, что меня куча раз уже покусали, и я не заразился, не превратился в одного из них. В одного из зомби. Так, так, так. Как быть-то нам? Почему я не смог включить заправку? Вот тут вот могу открыть. О, еда, отлично, батончики, ништяк. Я как раз уже голодать начал. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот эта течечка мне не очень нравится. Надо подальше от нее держать. Смотри, там еще дома есть. Блин, туда надо как проникнуть. Идем в дома. Идем в дома, точнее ползем. Я сейчас попытаюсь... Там вон еще тетка. Как бы мне тут протиснуться-то так, чтобы меня не заметили? О-о-о. Короче, там коробок дофига. Я думаю, что мы сейчас все-таки пролезем. Тихонечко вот так вот.
Короче, я в кустах. Ну как в кустах? Я ползу по кустам. Прополз вот эту вот всю кучу зомбарей. И думаю, здесь прилечь на пикник. Сесть шоколадочку там, выпить кофе. Да, шучу, кофе у меня нет. Просто хотя бы... Не урчи мне там, у меня пикник. И вот это вот, что такое пайнкиллер? А, вот эта баночка восстанавливает мне здоровье. Угу. Хорошо. Съем бобов. Бобы, бобы, бобы. Кстати, ты заметил, что уже потемнело? Я вроде бы недавно спать ложился. Тут день какой-то маленький, а ночь капец какая длинная. Словно я живу на Северном полюсе. Я уже добрался до базы. Отлично. Ее охраняет жиробас. Патронов у меня нет, гранат у меня нет. Блин, надо было гранату для этого жиробаса сохранить. А может быть он тупенький, и мы сможем его обойти? Обходим его. Вся проблема в том, если я сейчас не смогу заправиться. Ой, блин, у меня полные сумки. Черт подери. Все, в коробках, короче, нет смысла собирать металл. Вот это мне вообще не нравится, конечно, то, что тут все темнеет. Походу, даже нет смысла идти в город, да? Потому что меня там сожрут. Ну да, блин, ты посмотри, слишком темно. Я даже не увижу зомбарей, если они в лесу где-то стоят, поэтому возвращаемся обратно. Обратно в поезд. Просто нужно поспать и прийти сюда заново. Отлично, утро. Здорово. Осталось только набить свой желудок и топать на разведку. Мне надо срочняк найти, попить водички. Так, вот стрелы, делаются они из вот этой штуки, значит, давай делаем стрелы. На вылазку я просто так не пойду, нифига, не рассчитывай. Обязательно нужно сделать шкафчик, чтобы выкинуть все, что я там насобирал. Сейчас, походу, будет у меня, знаешь, голодные игры какие-то. Еще сделаем парочку стрел. Думаю, этого будет достаточно. Мне нужен теперь шкафчик небольшой. Небольшой, небольшой. Думаю, вот такого будет достаточно. Шкафчик есть. Сейчас мы его поставим вот здесь, вот рядышком. С нашим верстаком. Шкафчик. Блин, я сейчас уже начну подыхать потихоньку. Вообще не радостные новости. И давай его колбасить. Отлично. Так, закидываем сюда, значит, бинты мне оставить нужно, вот эту штуку давай сюда. Регенерацию ставим, бабки мне не нужны пока, патроны, это, кстати, патроны, по-моему, от автомата. Тоже не нужны, нет у меня автомата, вот этот двигатель мы оставим, ткань оставим, металл оставим, картошку пожарить не могу пока, хотя пусть будет. Фух, значит, вооружаемся луком, у меня 24 стрелы, надо побольше сделать. А, я же все выгрузил. Ладно, фиг с ним. Не буду больше тратиться. Надо медикаментами сейчас себе подлатать здоровье. Потому что 1% жидкости, я сейчас начну терять здоровье. И мне будет очень хорошо. Если я не успею ничего найти попить, то мне будет крендец. А еще долбанная заправка не заправляется. Я бы уже давно сюда свинтил. Все. Мне начинает плохеть. Плохеть? Как же тебя завести-то, блин? Как тебя починить? Может быть, как-то электрический вот этот вот двигатель сюда воткнуть? Ладно. Я сейчас теряю здоровье, потому что у меня нет воды. Мне нужно срочно найти, что попить. Так. Я не буду теперь краситься, потому что у меня критическая ситуация. Я буду бежать, прямо мчаться. Меня сейчас все услышат, конечно, но ну, что поделать. Так, кто-то меня здесь услышал. Нате в голову. Стрелы могу забирать? Да, стрелы могу забирать, отлично. Ой, блин. Кажется, это была плохая идея, да? Ты видал, что пампуха сделала? Она расфигачивала там ядом. Она, походу, бомбанулась. Стрелы отлетают от них еще? Ё-моё. Реально какие-то голодные игры. Так, один слег. Пампушечка, походу, взорвалась, и все, она с концами. Стрелы в щепки просто разлетаются об их голову. Стрела, 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 ты мне нужна... Так, я сейчас вас тут всех повышибаю нафиг. Выживаю я или вы, товарищи? Блин, лук-то намного круче, чем пистолет, ты прикинь? А, вон она, пампушка бегает, блин. Да взорвись ты уже, а? С одного выстрела ее ушатал. А где-то здесь стрела отлетела, ну да ладно, не буду искать. Слишком долго. Так, полицейские машины, может быть там есть водичка? Есть водичка? Копы, ну как так вас... Нет, нифига там у них. О, вот этот опасный чел. Опасный чел, надо бежать. Ой-ой-ой-ой.
Черт возьми, он очень быстрый. Вот этот чел, он очень быстрый и, по-моему, интеллектуально развит. Они такие умные товарищи. Так, все, бежим. Все, я вернулся. Кстати, Жарабаса нет, он куда-то убежал. Пост дал, пост принял, но кто-то его не принял. Так, коробки я здесь проверял, по-моему. Что тут валяется? Это стрелы? Нет? А, это просто бетон разломан. Все, наконец-то мы вошли в город. В светлое время суток. Есть вероятность, что я здесь найду себе что поесть. Черт возьми, он меня запалил. Скосил. Это очень плохо. На, в голову. Убегаем, убегаем, убегаем. Перезарядка, где ты, ё-моё? Да как так? Перезаряжайся, давай, нас сейчас съедят нафиг. Фух. Стрелку, пожалуйста, отдай мне. Было близко. Очень близко. Блин, таблетки с бинтами делают вещи. У меня здоровье все-таки восполняется, нежели убывается. Металлические всякие штуки. Ладно, это не важно. В коробках я воды не найду. Надо бежать в дома. А вот они и домики. Здесь всего два домика. Один похож на какой-то бункер заколоченный, где, возможно, живут люди. Вон там вон зомбак, смотри, сбоку. Поджидает нас. Убивать я его не буду. Я просто проползу мимо него. Там еще кто-то есть. Слышь, как урчит. Вон он стоит. Засранец. Проверим почтовый ящик. Пусто. Точнее, нельзя открыть его. О, блин, как страшно-то тут. Он нас запалил. Сейчас его... Так, другой нас не запалил, это хорошо. Можем заходить в дом. Отлично, это магазин. Сколько еды, сколько энергетиков. Водичка, ништяк. Вот это я, конечно, удачно, я прям знал, что сюда нужно идти. Фух, воды, воды, воды. Да блин. Неудобно тут все сделано. Вещи не самозаменяются. Все. Я на... Ой-ой-ой. Вот это, конечно, не очень круто. Я не думал, что тут есть. Кстати, нас кто-то услышал, по-моему. Фух. Вода, вода, вода. Где же ты у меня? Кильку нашел. Точнее, шпроты. Тут у нас пусто. Здесь тоже разбито пусто. Энергетик. Блин, одна бутылка воды. Как так-то? А почему одна бутылка воды? О, тут оказывается, это целый дом. Это магазин-дом. Здорово, возможно, я здесь что-нибудь найду. На втором этаже у нас... Ага, прям как знал. Конечно, хорошо, что я стрелы сделал. Готов. Сейчас проверим вначале шкафчик. Плед какой-то. Жалко, телек разбили, я бы все затащил в поезд. Ключ! Ключ от двери заправки. Скорее всего, это он. Скорее всего, это он. И я смогу все-таки заправиться. Это будет очешуенно, если получится. Вода! Аллилуйя, наконец-то. Энергетик еще один. Так, жить, кажется, можно. Жить становится веселее, жить здорово. Жалко, здесь Малахова нет. Как она там? Кто ведет передачу «Жить здорово»? Короче, вот Малышевой, жалко, здесь Малышева нет. Я бы и показал, как здесь жить здорово. Жить. Мне прям аж страшно. Опа. Зря я, наверное, пробежался. Кто там ломится в дверь? Че, войдешь? Ой-ё! Фух, я думал, она сейчас как бомбанет. Хорошо, что она с одного выстрела ушатывается. Так, у меня левел ап. Есть время прокачать свое здоровье. Теперь у меня 110 здоровья. И мне даже не надо медикаментов, чтобы его полностью восполнить. Ведь я прокачал здоровье, и оно у меня полностью восстановилось. Шикарно, блин. Согрел кого-то. Теперь меня не страшен ты. У меня полное здоровье, нафиг. Но я все равно буду от тебя гаситься. Я не хочу, чтобы ты меня косунул. Ты же заразный. Тем более у тебя зубов нет. Так, коробочки проверяем. Все, я уже почти бесстрашный тип. Знаешь, как будто я тут уже десятки лет живу в этом мире зомби-апокалипсиса. И мне вообще по барабану на всех. Но я боюсь пампушек. И еще когтистых зомбарей, которые очень быстрые. Набрал материалку. Так, я думаю, что тебя не стоит трогать. Ты нас, по-моему, даже не заметишь. Да, он нас не заметил, здорово. Заходим в домик. А в домике есть кто? Слава богу, нет. Сколько книжек. Можно книжки взять, почитать там на досуге? Кажется,
Нет. Книжки взять. Блин, я же спрашивал, есть кто дома? Заряжая лук, я, конечно, очень долго. Это тебе не эльф из Властелина колец. Как он там, Ловелас или как его там звали-то? Эльф, который стрелял из лука. Он прям перезаряжал очень быстро так. Мне бы так же. Пригодилось. Нашли воду, нашли энергетик, бобы, еще воду. Ой, шикарно. Ой, кстати, попить надо. 5 бутылок воды. Ай, сейчас шоколадку съем. Короче, я думаю, что все. Я здесь все обшарил, можно отсюда чесать. Все попьем. Лук заряжаем. А, второй этаж еще есть, смотри-ка. По-любому кто-нибудь тут спрятался на втором этаже. Не, никого нет пока. Пусто. Пусто. Туалетную бумажку хотя бы оставили, что ли? И так попу подтирать нечем. Кажется, я патрики нашел. Нет, это патрики, нет пистолета. Плохо. Дверь закрыть. Фух, успел. На тебе. Отдай. Ой, о. Что произошло? Это что было такое? Кто это окно разбил? Кто камень мне кинул, А уходи, ты кинул. Блин, ну у меня стрел мало, не буду, короче, тебе люлей отвешивать за это. Еще патроны. Кстати, а что я так впрягся за этот дом? Все равно не мой. Ладно, все, выходим. Больше здесь ничего нету. Сваливаем, сваливаем, свалим. Заряжаем лук. Кажется, чисто. Все, здесь ничего нету, можно отсюда бежать. Интересно, я отсюда... Нет, я отсюда не спрыгну. Ты что, сагрился на меня? Вот же ж чертяк такой, а. Я думаю, что можно, в принципе, уже бежать, сломя голову. Пофиг на них. Не хочу тратить стрелы. Я бегу, бегу, бегу. Здорово. Еще в эти... Вон там еще дом, блин. Рано отсюда сваливать. Рано. Пойду-ка я еще вон туда схожу. Капец. Кажется, я слишком далеко отошел от поезда. Мне потом убежать. Знаешь, что я подумал? А если я сделаю кровать и буду таскать ее у себя в инвентаре? А потом, когда наступает ночь, просто поставить где-нибудь посреди леса или в домике и поспать. Еще один вопрос меня очень терзает. Почему я не могу спать в домах, когда есть кровать? Может быть, я просто не пробовал? Да, странное рассуждение, надо будет попробовать. Поспать в кровати. Фух, отдышечка. Зомбаки преследуют меня. Я уже так далеко от них, они меня не догонят. Нас не догонят, нас не догонят. Ведь я-то живой, а они тухлое мясо. Вот он, этот домик. Сейчас мы в него залезем. Так нужно добраться. Ой, жиробас. Чё ж ты умеешь, жирный? Мне кажется, он бронированный какой-то. В голову ему надо попасть. Блин. Не подходи ко мне. Сколько ж тебе стрел надо выпустить? Ты чё такой мощный? Так, в голову попал, но стрел на исходе практически. Нужен автомат. Ё-моё. Там меня сзади не подпирает, нет. Наконец-то я его ушатал. Капец, он мощный. Боюсь представить, что бы он со мной сделал, если бы к нему подошел в рукопашку. Он бы меня вжал в тиски и размозжил мои мозги. Так, присядем, пожалуй, зарядим стрелы. Что у нас здесь? Весь прикол, по-моему, что у меня рюкзак даже забит. Да, рюкзак почти забит. Я могу еще 10 килограмм унести. Обойдем вот здесь. Смогу ли я тут подняться, нет? Как думаешь? Кажется, смогу. Это здорово. Это просто... Там еще домик есть. Да что ты будешь делать? Сколько здесь домов? Ну, вроде бы все. Здесь... Там вон что-то еще какие-то стенки есть. Там домик. Здесь домик. И можно отсюда чесать. Надеюсь. Я это говорил несколько минут назад. Блин. Так, попробуем его обойти. Я здесь не свалюсь. Рискую здоровьем, между прочим. Тут у нас кто? В каске! Твою ж налево, мне как тебя пробить-то? А, 6 стрел. Ну, нет смысла ему в каску стрелять, да? Ой, я ему руку отстрелил. Круто. А если другую руку отстрелю? И другую руку отстрелил? Ай, не знал, что конечности можно отстрелить. А ногу? Ой, промахнулся. А ногу, ногу. Мне бы там не упасть. Так.
Ты меня не можешь ударить, да? Ха, он без рук не может мне нанести урон. Ну и что я тогда стрелу трачу? Пошли со мной, питомец. Где тут стрела была? Достаю кинжал. Ух ты, он меня куснул ртом. Офигеть. Вот это, конечно... Может, каску ты мне отдашь, а? Да блин. Я бью его по каске. Да что ты будешь делать-то? Капец ты мощный. Походу, что бита ему вообще, ну, как бы, ничего не наносит. Патриков у меня нет, чтобы пристрелить. Может, у него каску как-то можно сбить? Я запарюсь его сейчас битой бить. Ты посмотри, сколько я его раз уже ударил. Бочина вся в кровище, блин. Карусель, карусель. Нет, походу, надо взять лук, который у меня сейчас скоро уже сломается. Заберем стрелу. Нет, не заберем. Дай стрелу, спасибо. Короче, стрела бесполезняк. Бегом, бегом в дом. Забегаем сюда. Это что такое-то? Не мог залезть по лесенке. Закрываем двери, он их не должен сломать. О, патрон, отлично. Двери он не сломает, потому что у него нет рук. Телек. Телек не сломан, но взять я его не могу. Тогда надо его попортить. Тогда надо попортить. Давай ломать телек. Нет, телек не могу сломать. Патрик я забрал, зарядим сразу пистолет. Отлично. Просто отлично. Бутылочка воды, кстати, надо уже покушать. Устрой себе обед здесь. И надо посмотреть, есть ли тут кровать. В холодосе есть килька. Разжечь костер я не могу. Так, здесь, кажется, кто-то есть, да? Здорово. Пистолет, 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 пистолет. Фух. В этом плане, конечно, пистолет круче, чем лук. Но лук мощнее. Давай попробуем поспать сперва. Могу я лечь спать? Нет. На потных... О, потрейки ништяк. На потных кроватях я не сплю. Я чистолюбивый чувачок. Люблю чистоту. Точнее, не чистолюбивый, а чистопот. Еще патроны ништяк. 60 патриков у меня в запасе. 5 заряжено. Можно отсюда выбираться. Я все зачистил. Пестик. Пестик имеет свойство ломаться. Блин, с этой броней его не прострелить. Может быть, даже не париться с ним? Закрой его в доме, а? Реально, давай я сейчас закрою его в доме. А, я сюда заходил? В туалет. Да, заходил. Так, все, пока. Увидимся в следующей жизни. Конечности зомбаря. Ну что, пошли в этот дом. Ху-ху-ху-ху-ху-ху. Скатимся здесь. Тихонечко вот так вот скатываемся. Кстати, как насчет того, чтобы взять бочку? Взять бочку. Надо было вон с тем чуваком так сделать. Кинуть ее вон туда. И сделать вот так. Да, что-то я об этом не додумался. Блин. Ну, что поделать. Хорошая мысль приходит попозже. Ладно. Дом, по всей видимости, никем не охраняется. Все зомбари вон там вот. Любуются красивыми видами. Кстати, вид тут реально неплохой. Вон там озерцо даже есть. Здорово. Я к вам тут на ужин забежал. Слава богу, тут никого нет. Патроны. Шикарно. Гран... Ух ты, обрез! Получается, это... А, взять не могу. Получается, это патроны были от обреза. Что я могу съесть? Что я могу съесть прямо сейчас, чтобы не тащить с собой? Может быть, кинжал выкинуть? Он вообще, ну, как бы, он мне не нужен. Зачем он мне? А куда он выпал, кстати? Я его подобрать, может, хочу обратно. Походу, все, я его с концами выкинул. Значит, забираю обрез. Забираю гранату. Блин, она... Наверное, зря я выкинул кинжал. Я же просто мог в инвентарь все положить. Чунгачкук. Ладно. Все приходит позже. Все хорошие мысли. Воду выпить не могу, шоколадку зато взял. Почему я не могу взять воду? Разве не стакается это все дело? Ну-ка, вот я беру воду и вот кладу сюда. Нет, 6 бутылок максимум я могу с собой... А, у меня просто, да. 30 килограмм же я могу с собой таскать. Проблема не в инвентаре, а в весе. Чё-то я тупанул. Ладно, давай зарядим наш обрез. Шикарно. Теперь мне вообще ничего не страшно. И можно отсюда валить. Побежали. Все, уже сильно потемнело, я как раз прибежал сюда, в это здание, поднимаемся на второй этаж. Или не на втором этаже было? На первом, по-моему, да, запертая дверь была? Черт, я уже забыл, где я был.
Кажется... Да, вот она, эта дверь. Нет, это в туалет. Не та дверь, вот эта дверь. Вот, я ее отпер. А тут можно включить свет? Тут же где-то были переключатели, нет? Черт, свет нет. Ладно, так пошарюсь. Ага. Нужен электропривод, который у меня в поезде. Надо за ним вернуться. Сколько тут в ящике. Значит, идем спать. Ура! Ура, я проснулся. Жив-здоров, это хорошо. Беру, значит, вот этот привод, он нам нужен. Что оставить? Патроны я бы тоже забрал на всякий пожарный. Этого будет достаточно. Пошли. Вначале, короче, врубим заправку. Посмотрим, на что способен дробовик. О, да! Вот это мощь. Вначале врубаем, значит, заправочную станцию. Включить. Ё-парасоте! Как мне отключить? Как мне сигналку отключить? Где она работает? Ага, так-то просто и не получится. Все ясно. Ну чё, будем сейчас бомбить всех. Перезарядочка. Ребятки, в очередь. И пошел вон. Ух ты как. Как хорошо-то это было. Без рук? Ну ладно, без рук, так без рук. Ребята. Блин. Мазю. Ой, там пышечка пришла. Ладно, с этими я вот так вот разберусь. Дробовик очень ценное оружие. Ой-ой-ой. Кажется, ты заразился от пышечки. Отстань от меня. Пышка. Фух. Со всеми разобрался. Перевел дух. Как же мне отключить? Кто там что ломает? Как же мне отключить сирену? Тут же наверняка где-то кнопочка была, а? Как думаешь? Вот, вот так вот это отключается. А я заправился, нет? Хоть чуть-чуть я заправился. Пойдем-ка посмотрим. Изменились цифры? Нет, не изменились. Пойду проверю бак. И в баке ни шиша нет. Да что? Точно нет? Нету. Так, может я кнопку забыл включить здесь? Включаю. Пойду проверю. Ой. Так, ребят. Может вас закрыть где-нибудь, а? Ой. Нельзя пускать свои яды. Пошел вон. Сколько вас здесь много-то? Ребята. Черт возьми. Врубаем. Пошел вон. Так, как быть? Как быть? Двери закрою. Пока. Вот это я в западню попал. Вот это нехорошо, очень нехорошо. Где у меня там таблетки? Таблетки. Кто бы знал, что так получится, а? Закрыть двери. Мама мия! Мне сейчас будет... Это потеря. Меня сожрали при... Вот это поворот. Ну что ж, я снова в строю. Но в этот раз я сделаю по-хитрому. Во-первых, нам нужно будет... Ну, разобраться, конечно же, с зомбарями. Вот так вот. Заберу стрелу. Во-вторых, подготовить им засаду. Я возьму вот здесь вот куча бочечек, накидаю, которые потом подорву. Какие-то бочечки туда закачу. В общем, полноценно подготовлюсь. Какие же шумные бочки. Вот так вот. Может быть, здесь какую-нибудь преграду можно было бы намутить. Ах да, надо бы еще обязательно сбегать за бензиком. Вот тут вот. Что, здесь нет бензика? А в прошлый раз был. Подстава. Вот, вот в этой тачке был бензин. Во! Есть, он снова есть, отлично. Значит, получается, что багажник и капот это... Разные места, где могут храниться всякие деталюшечки. Понятно. Все, в принципе, я успокоился. Бензик я нашел. Можно было бы здесь еще поискать, но времени мало. Делаем следующим образом. Закрываем здесь. Кидаем бочки рядышком. И теперь со спокойной душой... Так, подожди. Нужно обязательно проверить, включен ли здесь у нас... Вот здесь вот кнопочка. На станции есть заправка. У меня... Мы это уже знаем. Включаем. Берем пистолет. Поставить. Во, ништяк. И запускаем всю эту
опасную штуку. Ключик отпирай. Здесь мы забираем гранаты, патрики и прочую всякую штуку. Врубили. Сейчас побегут зомбари. А я пока заполняю свой топливный бак. Отлично, он работает, он наполняет бак моего поезда. Пойду проверю на всякий пожарный. Вдруг там какая проблемка. Наполняется? О, да, причем очень быстро наполняется. Осталось только продержаться здесь как можно дольше, чтобы баки у нас наполнились до максимума. Так, заряжу на всякий пожарный лук. Так, мадам, может вы прекратите ломать мне здесь двери? Так, а тут у нас что? Тут тоже двери есть? Ага, тут тоже двери, мы тогда вот эти закроем. Все, сейчас спокойненько продержимся мы здесь. Патрики, чё-то я немножечко сглупил. Так. Какой-то дефенс прям начинается тут. Сгинь, чисто. Там у нас, кажется, крутой чел. Ох, да это двое было. Блин. Кто что дробовик нашел? Так, ну что вам нужно, ребят? Ладно, достали вы меня. Сейчас буду вас подрывать нафиг. Как у вас мозги разлетаются-то, а? Сочно. Так, минус один. Ой, гранатка. Здесь гранатка бы пригодилась. Ловите гранату. Блин. О, да. Нифига себе, вот это подрыв. Пол здания разнес нафиг. И левел ап. Че у меня там? Че у меня там? Я могу еще заправиться. Ты горишь, чувак? Не подходи ко мне. Фух. Откуда их столько бежит-то? Я вот это понять не могу. Ты что, живенький? Ты же сгореть должен был. Так, ну чё? Я, кажется, тут уже всех перестрелял. Осталось добить еще с лука парочку. Но знатно я, конечно, подорвал это здание. Очень красочно было. Вон ребятульки еще бегут. Вот так вот. Нет, ребятулек. Вот и пригодилась бочка. Пушечка, мышечка, не иди сюда. Ты нам тут не нужна. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот этот огненный тип очень похож на черта из преисподней. Ну чё, всё? Чё у меня там по бензику? О, чиж в каске? Ребят, не идите сюда, не... Так. Вот с этим чуваком надо разобраться, походу, только таким методом. Я его не достала. Как насчет дробовика? Хэй! Как я его с дробовика? Смотри, а чё вот этот за чиж? Чё ты такой обугленный? Ты кто такой вообще? Был чиж и нет чижа. Хо-хо-хо. Не, конечно, с дробашом вообще как нифиг делать. Защищать можно эту бензозаправку. Чё у меня там по топливу? Почти весь бак я заправил. Ого. Ого-гошеньки. Ну давай, лук добьем. Найти. Стрелы отдай, пожалуйста. Кстати, я прошлую стрелу забыл собрать. Ну да ладно. Мадам! Верните, пожалуйста. Так, вот с этим чуваком надо разобраться по-серьезки. Угу, готов. Ты тоже готов. Патрики, там, кажется, он... Что-то у меня какие-то проблемы, да, с анимацией? Ой, больно было. Давай, заряжай уже быстрее. Что-то вот с этим чуваком какие-то проблемы. Он не хочет сдыхать. А еще анимация, да? Подводит анимация. Что происходит? Да капец. Мне кажется, что пора отсюда сваливать. Тебе тоже так кажется? Потому что начинается маленькая дичь. Ух ты ж, пухляш пришел. Чел в каске сдох? Ну и хорошо. Жиробас, как насчет дробовика в голову? Воу-воу, вот это он меня откинул. Черт, я застрял. Вот это поворот. А я все думал, насколько мощный жиробас. Вот и проверил. Так,
Что у нас тут, все по новой, что ли? Ну нет. Бак у меня здесь заполнен. Причем прилично так заполнен. Я думаю, что можно отсюда чесать. Фух, хорошо, что перед тем, как на меня жиробас обрушился, я успел подзаправиться. Ну что, короче, погнали отсюда. Нефиг нам здесь делать. Мы здесь все уже проверили. Все осмотрели. Везде облазили. И бензика прилично так подняли. Ох, аллилуйя, я выбрался из этой преисподней. Но здесь было весело, что могу сказать. Если тебе понравилась эта игруха, то с тебя лайк, конечно же, под этим видосом. Подписочка, если ты еще не подписан. Ну и свой крутой комментарий. А на этом все. Пока. Увидимся в следующей серии.